С этой части проспекта на станцию ведет не один путь. Первый через мост на трассе М4. По обе стороны от него вроде бы есть проходы, и летом здесь даже можно ходить. Но зимой для людей остается только узкая, протоптанная самими же пешеходами колея, где вдвоем разойтись сложно, угодишь в сугроб. Следующий путь идет вдоль съезда на трассу. Ситуация идентичная. Этот мост находится на балансе мостоотряда, который подчиняется Воронежскому филиалу «Автодора». Так же, как и основной мост на ПЛК, именно та часть, которая находится над трассой М4, и содержание пешеходных тротуаров как раз вот возложено на эту компанию. И второй маршрут у нас еще мимо Дворца спорта, через реку Бица. Можно достаточно легко добраться к троллейбусному депо, так назовем, под М4. Ну, конечно, не совсем легко. Мне не хватило отваги ступить на старый покосившийся мост. Хотя, судя по тропке, это кому-то удается. Наверное, бывалых такой мелочью не испугать. Может, стоит отремонтировать мост, если он до сих пор используется? Вопрос такой уже поднимался по поводу строительства этого моста около Дворца спорта. И, на наш взгляд, это очень необходимый момент. У нас есть даже предварительные предложения. Не буду обнадеживать жителей, что прямо в этом году решим. Будем смотреть, исходя из бюджетных средств. Но вопрос актуальный, мы его обязательно решим. Переход над автострадой, далее через низину. Узкая тропка, заросли. Об освещении в ночное время нет и речи. Кстати, эта дорожка не числится в реестре муниципальной собственности. В отличие от улицы Донбасской, где рано или поздно сходятся все дороги. Но и здесь картина похожая. Сугробы и страшно ходить. Мы часто ходим именно по проезжей части, потому что тротуары не чистятся. Не убран снег из подходов к зебре, от остановок. Кто же должен содержать в порядке улицу? Оказывается, управляющая компания. Именно с ней заключен договор. Те недоработки, которые есть, будем устранять в оперативном порядке. А мы сюда обязательно вернемся. Проверить. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.